Тейковские ракетчики приведены в высшей степени боевой готовности. В ракетном соединении проходят командно-штабные учения под руководством генерал-полковника Сергея Каракаева. К участию в маневрах привлечены пункты управления соединения, дежурные силы, ракетные полки, части обеспечения и охраны, а также противодиверсионные формирования. В проведении учений задействовано более 1500 военнослужащих и более 200 единиц техники. По плану тейковские ракетчики отработают взаимодействие с подразделениями боевого и материально-технического обеспечения, а также охраны и разведки. Учения продлятся до 28 сентября.